Дан старт конкурса грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы «Социальные инвестиции. Формула хороших дел» компании «Сибур». Прием заявок продлится с 23 августа по 16 октября. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте программы. Грантовый конкурс направлен на поддержку социально значимых проектов по 7 направлениям – культура, образование и наука, спорт, волонтерство, город, охрана окружающей среды и инклюзия. Последнее направление является нововведением этого года. Дополнительным преимуществом будет соответствие проектов, подаваемых на конкурс, принципам инклюзивности и экологичности, ознакомиться с которыми можно на сайте программы. В конкурсе межрегиональных проектов могут участвовать общественные организации, профильные учреждения и коммерческие компании, имеющие опыт в социальной сфере.